Всем доброе утро. Сегодня снова иду на охоту с берега с ружьем 90 сантиметров. Рифовая подготовка Гавайи, потому что там нужно будет много лазить в скалах разных. Вот хочу сказать по поводу оборудования. Если вы покупаете оборудование, то берите сразу лучше хороший оригинал, в том числе для видеосъемки. Всякие кейсы, упаковки, хорошие ласты. Все должно быть оригинального качества. Мой совет: не экономить и не платить дважды.